На обед сегодня у нас плов из отварного мяса, мясо говядина. Мы его сначала отвариваем, потом уже нарезаем на кусочки, соединяем с рисом, овощами. Такого рецепта придерживаются повара 28-го детского сада. Теперь они готовят в обновленном пищеблоке. Благодаря средствам из городского бюджета здесь выровняли стены и пол, смонтировали оборудование. Шеф-повар Людмила Боброва отмечает, обновленные помещения не только радуют глаз, повышают производительность труда. От ремонта зависит, ну, вообще все, и производительность труда, да, и комфортные условия труда, и вообще техника безопасности, и желание работать. В день здесь готовят на 250 воспитанников ДОУ. Меню 20-дневное. Не забывают и про диетическое питание. Подстраиваются под каждого малыша в случае, если есть аллергия или заболевание. Чтобы немного облегчить задачу поварам, в учреждении планируют докупить овощерезку. Вообще же на комплексный ремонт пищеблока ушло больше 3 миллионов рублей. Детский сад мы закрыли внепланово в марте. Проведены были с родителями родительские собрания. Мы объяснили важность и нужность данного мероприятия. Нам родители пошли навстречу, и мы открылись через месяц. Все работы были завершены в срок, чему мы очень рады. Дети были расформированы по другим корпусам нашего же детского сада, а также пошли навстречу другие руководители детских садов и выделили, ну, помогли нам устроить детей. На выделенные средства в дошкольном учреждении также отремонтировали несколько детских санузлов. Там по нормам СанПина поставили перегородки между унитазами, обновили стены и полы, поставили новую сантехнику. В планах на ближайшее будущее преображение фасада здания. Мечтают здесь и о спортивной площадке. На эти работы администрация ДОУ уже составила проектно-сметную документацию. Алена Селюсина, Максим Яценко. Программа «Город».